Друзья, добрый вечер, с вами Квантум и Кратос, и, ребятки, у нас сегодня открытие кейсов и очень крутой контракт обмена, так что погнали, Антон, ты готов? Я готов, Данил, сколько, в общем-то, у нас с тобой ключиков сегодня? У нас сегодня 30 единиц разных предметов, это ключи, это оружие для контракта обмена, и начнем мы, пожалуй, с открытия кейсов, Антошенька. Так, смотри, открываем первый кейс, первый сундук, смотри, Данил, и нам сходу выпадает синева. Я недавно открывал 10 кейсов, и чё-то мне ничего не выпало. Ты видел, поэтому... фиолетовое что-то пролетело. Это Гейб дразнит тебя, друг мой. И неглубокая могила не доехала. Но, в принципе, это нормально. Так, давай открываем следующий кейс, выбираем особо редкий предмет уже по традиции старой, славной, доброй. Крутится барабан и выпадает нам. Ну, сейчас, и выпадает нам, смотри, что происходит. Второй раз нас дразнит Антон, и ничего не выпадает. Просто два последних ключа. Ну, я не сказал бы, что это надежда, потому что это, ты понял, что это, да, это синева. А давай сейчас это последний кейс, короче, мы моментально откроем, смотри. Да, Антон, ты видишь, нам даже просто фиолетового ничего не выпадает. Заходи в кейс, давай, нажимай открыть. Использовать сходу. И так, нажимай на инвентарь, нажимай. Хорошо. Блин, ну так не прикольно. Полимерно выпал, фигня. И, ребят, мы плавно переходим к части с контрактом обмена, и мы сегодня крафтим либо долбанный облом, который нам сегодня не выпал, либо SSG, и все это статтрековское, соответственно. Ну, давай попробуем. Вот такой вот у нас антиквариат для этого используется. В прошлый раз, также если мне принцесса пустошей. Так, смотри, у нас все с тобой статтрек, и мы все это дело отправляем в контракт обмена. Закрась. Закрашиваю. Вот это самое главное. Вот просто надо закрасить. Это самое главное. Главное, и это нужно всегда закрашивать, чтобы мы не знали, что же нам выпадает. То есть поле финального вердикта. И смотри, нам выпадает сейчас. Так, последние пушки загружаются и выпадает. И что-то. И сейчас, эх, фигня, рублей за 600. АВП Азимов. Ну, как бы это не самое плохое, что могло нам выпасть, Антон. Ну, статтрековский АВП Азимов стоит 5000 рублей. А потратили мы сколько? Антон, сказать, что мы окупились, ничего не сказать. Ребятки, ну а продолжаем играть на сайте ksgohappy.ru. И, друзья, мы сегодня здесь будем открывать очень крутые кейсы. Антон, ты готов? Я готов, Данил. У нас с тобой сегодня 11000 рублей. Да. Давай, и, друзья, у нас неспроста такая сумма. У нас сегодня кое-что интересненькое подготовлено для вас. Вот, и, друзья, буквально в начале видео хочу сказать вам о моем промокоде. Чтобы его активировать, заходите, вот видите, у вас тут слева колонка, заходите в самый, опускайте в самый низ мои заказы, заходите, опускайте все это дело вниз, и как здесь активировать звучит код, да. Вставляйте промокод, он будет в описании, и активируйте его. Квантум, то есть активировав... 2017, ребят. Да. Активировав данный промокод, вы получаете бонус к вашему балансу от пополненной суммы. Это как бы очень здорово. А Антон, давай, начнем мы с тобой с ножевого кейса. Нож статрек. Блин, оно так мигает, все прикольно. Вау. Кстати, мы откроем сегодня Star Wars кейс и рождественский. Прикольненько выглядит. Так, давай откроем статтрековский нож. Нож статтрек. Ну, давай попробуем. В общем, сейчас открываем, Антон. Данил, вращаем барабан. Нам это и позволяет. Одни ножики, что? Ну, это ножевой кейс, Антон. Стоит 4500. Это не просто так. И выпадает. Это ножевой кейс. Ну, блин, Shadow Dagger'ы нам выпадают. Говнецо. 2400, давай, что-то не очень. Давай его в контракт запишем. Так, Антон, давай тогда откроем Star Wars кейс, посмотрим, что это такое, что в нем находится. Ну, что-то так, интересно. Ничего себе, ножи есть, прикольно. Это, видимо, ребят, приурочено к выходу новому, нового фильма, да, судя по всему, прикольно, что и, это обновляется. Видимо, это космический всякий. Пусть АВП Азимов будет. О-о-о! Да ладно, ты прикинь! Батл Скарлет, типа это прям почти прямо с завода, 1400 рублей, найс! Офигеть, Азимов выпал, вот это мы сегодня заберем себе, это, ребятушки, уже здорово. Это уже пахнет чем-то. Это уже круто, да. Давай. И нам что-нибудь хорошее таки да и выпадет. Так, вращаем еще раз нож, уже третий раз, ребят. Крутим барабан, и выпадает нам, ребятки, выпадает. И выпадает нам... О-о-о! Доплер! Актер Нью, Байонет, да ты серьезно? 11 ты прикинь? Данил, давай его в контракт запишу. Не, гонишь, давай, заберу, контракт, и все. Ну, блин, я забрал его себе, ты гонишь, контракт, нельзя. Нет. Это вообще не вариант все такое запихивать. Давай тогда откроем рождественский кейс. Почему бы и нет, открываем его. Рождественская елка. Да, мигает очень красиво, привлекательно. И поэтому мы как воронки его откроем. Ей, воронки. Так, друзья. Блин, ножики. О, зеленый, это все по всему совсем плохое все. Что-то это... Ну да. Продаем его. Чё-то такое себе вообще не очень. Говнецо, ребят. Давай чередовать, и поэтому откроем теперь Star Wars кейс. Открываем его и смотрим, что нам сейчас
выпадет отсюда. Такая космическая шняга летает вообще. Космическая шняга. И чёт нам сейчас, по-моему... Ну, это что-то ну, супернова. Minimal Wear, что-то ну, говнецо. Такое себе. И откроем еще с тобой рождественский кейс один. И на этом, я думаю, мы с тобой будем завершать. Окей, в принципе, серия у нас сегодня получилась крутая. Вообще прям добротно, неплохо выпало. Мы искрафтили Азимов, мы открыли кейсики и там, и тут, и, в общем-то, выпадает. Вау. Ну, такое себе выпадает. В общем, что могу сказать, друзья, мы сегодня неплохо купились, и это здорово. А играли мы на сайте ksgohappy.ru. Кстати, используйте промокод на бесплатные бонусы. Он будет в описании для вас. С вами был Квантум и Кратос. Всем до скорых встреч, всем пока. Пока-пока.